Для участников смены «Мир танца» прошла творческая встреча с лауреатом всероссийских и международных конкурсов, победителей грантов мэра Москвы, лауреатом Дельфийских игр Богданом Кучеренко. В рамках встречи сменовцы смогли задать интересующие вопросы, узнали о творческом пути музыканта, подержали в руках русские народные музыкальные инструменты, прослушали несколько современных композиций в исполнении Богдана. Шикарная встреча, очень добрые, приятные ребята. Встретили очень тепло, очень уютный зал. Безумно понравилось здесь. Сменовцы отметили, что такие встречи мотивируют на новые достижения. Многие участники уже занимаются музыкой профессионально, и сегодня у них появилось желание научиться играть на русских народных музыкальных инструментах. Мне, во-первых, очень понравилось, и это меня воодушевило тоже развивать свою деятельность, потому что я тоже пытаюсь освоить музыкальные инструменты. И также хотела бы, чтобы почаще привозили таких интересных людей к нам в лагерь.